Доброго времени суток, с вами я, Ковалевский Вячеслав. И в эфире последняя заключительная лекция данного модуля, посвященная теме override или переопределение, перезагрузка методов, прошу прощения. И, кстати, по поводу перезагрузки я могу быть неправ. Скорее всего, переопределение, я запутался в русском переводе. Ну, в общем, давайте заучим английский вариант override и будем использовать только его. Хотя, если кому интересно, можете посмотреть, как в аутентичной литературе это переводится на русский язык. Я боюсь вас запутать. Окей. Перед тем, как мы рассмотрим эту тему, я должен упомянуть о некоторых изменениях, которые наступают на нашем курсе. Ну, во-первых, мы начинаем с вами создавать проект вместе, а именно наш проект «Крестики-нолики» теперь уже живет на GitHub. В конце этого занятия я вам обязательно покажу репозиторий. Каждый из вас может склонить этот репозиторий и начать работать. Соответственно, если вы что-то сделали, вы можете пушить в этот репозиторий ваши изменения, и я обязательно буду проводить код-ревью. К сожалению, репозиторий один, вас много. Соответственно, только первый человек, который пройдет мое код-ревью, первый pull-request, который прошел код-ревью, будет запушен в основную ветку. Остальным я лишь дам код-ревью, но запушено изменения не будет. Этот репозиторий полностью пустой. Все действия и все код-ченджи должны быть сделаны вами. В общем-то, мы делаем код-ченджи в нашем проекте. Я вам показываю все изменения, но эти изменения вам доступны не будут. Соответственно, ваша задача сделать те же самые вещи, которые мы делаем в классе, но самостоятельно. И это, кстати, будет частью практического задания. И после этого можете запушить ваш код на настоящий репозиторий. Для того, чтобы сработать с гитом, вам необходимо изучить гит. Но, к сожалению, вы никак не отвертитесь от этого дела. Если вы планируете связать свою жизнь в дальнейшем с разработкой, вам придется пойти и изучить гит. Поэтому к следующему в руки, там есть прекрасные лекции по поводу гита. Ну и работать, работать, работать. Ну окей, вернемся к нашим задачам, к нашим гейме и крестики-нолики, которые мы пилим. Перед тем, как рассмотреть нашу новую тему, нам придется сделать такой приличный рефакторинг и изменение текущего нашего кода. Окей, давайте приступим сначала к изменению кода. Если вы помните, у нас был вот такой класс, называется игра, и мы там сделали метод показать, вывести на экран имя игры. Окей, давайте добавим сюда игроков, чтобы хоть немножко была возможность добавить новый функционал. Наш класс, он не был таким унылым, как он есть сейчас, потому что сегодняшний день мы понемножку начнем добавлять методы, которые так или иначе уже начнем использовать в дальнейшем. Окей, давайте добавим плеера. Но не так, как мы делали в прошлый раз класс игры для двух плееров, для трех. Мы сделаем немножко магии, мы добавим всех плееров одновременно. Сейчас мы не будем сильно углубляться в то, вот что за тип такой плеер со странными скобочками. Вот, мы просто скажем, что это тип, который позволяет сохранить множество плееров одновременно в одном поле. Прямо сейчас я буду с вами производить все изменения, чтобы было более понятно, что мы в конце концов делаем. Итак, мы добавим в game поле players, в котором будем хранить всех плееров. Соответственно, у нас появился новый класс player, у которого есть всего один метод getPlayerName, который возвращает стрингу, то бишь возвращает имя плеера. Заметьте, не выводит на экран, а возвращает. Далее, у нас появилось два новых метода в классе game. Это currentPlayer, который возвращает текущего плеера. Имеется в виду, он возвращает того плеера, который сейчас ходит. Если это первый ход, он должен вернуть крестик, если это второй ход, нолик и так далее. И, наконец, move. Move — это метод, который должен осуществить ход. Когда вызывается метод move, необходимо передать координаты той точки, на которую вы хотите походить. Соответственно, метод возвращает true, если этот ход валидный, или false, если этот ход невалидный. Ну, например, если вы пытаетесь поставить
сделать ход на клеточку, которая занята, этот метод должен вернуть false, и, соответственно, ход не засчитан, и по-прежнему current player тот же самый, который был, потому что он не походил. Соответственно, нужно вызывать этот метод до тех пор, пока вы не получите true. Окей, давайте с вами попробуем прорефакторить, сделав вот эти вот вещи. Так, где моя студия? Окей. Вот то, как это выглядело раньше. Вот наш гейм. Print game name пока что остается. Давайте добавим игроков, как мы и обсуждали. К сожалению, типа player пока что не существует. Окей, давайте создадим наш тип player. У плеера будет всего один field. Имя. Так, добавим вот эту магию. Повторюсь, вы еще не знаете, что вот это за магия, но в прошлой практически работе мы ее уже немножко использовали. Основная моя цель использования, чтобы вы как минимум видели вот эту вещь неоднократно, и когда я расскажу, что это такое, как она работает, вы уже привыкли видеть это перед собой. Get name, который возвращает name. Окей. У нас есть всего один метод. У нас есть вот эта вот вещь, которая называется конструктором. Конструктор принимает имя и создает объект конкретного имени. Окей. Идемте обратно в гейм. Теперь у нас здесь есть плееры. Окей. Какие методы у нас там должны были быть? Это есть current player. Окей, давайте создадим метод, который будет возвращать текущего плеера. Как мы будем определять текущего плеера? Пока никак. То есть этот метод останется что-то в виде заглушки. В общем-то, как и move. Давайте сделаем move. Этот метод мы с вами заимплементим чуть позже, когда мы пройдем недостающий материал. Пока что давайте просто делаем это заглушки, да и много бы времени тратилось, если бы пришлось имплементировать это сейчас. Окей. Сделали метод, сделали move, сделали current player. Вроде бы все точно так же, как у нас на нашей схеме. Хорошо. Идем с вами дальше. Теперь. Проблема в том, что у плеера недостаточно данных в этом классе для того, чтобы мы могли им играть. Окей, у нас есть имя плеера, но как мы отличим, кто из плееров крестик, кто из плееров нолик? Допустим, я, у меня имя Слава, со мной играет Макс. Кто из нас крестик, кто из нас нолик? Данная модель не включает этого дела, поэтому давайте добавим еще одно поле feature, который просто будет хранить фигуру нашего плеера. Окей. Давайте быстренько добавим еще и фиджер, который у нас уже есть вот здесь. Мы в нашем плеере добавим поле фиджер. Добавим до конструктора. Отлично. Теперь у нас есть плеер, у которого есть фигура. Давайте немножко упростим. Сделаем это просто стрингой. Стрингой, и пока что удалим фигуру вообще, как таковую. Окей. Мы преобразовали и добавили туда фиджер. Такс. Давайте немножко посмотрим на вот эти два класса и поговорим, почему они ужасны. Причин много, и мы их постепенно будем устранять. С каждым занятием мы будем обсуждать некоторые более высокоуровневые архитектурные вопросы и почему мы делаем именно так или не иначе. В данном случае плеер является моделью. Что я называю моделью? Моделью я называю класс, который описывает какую-то нашу сущность, которая хранит данные, только хранит данные. Обратите внимание, плеер в данный момент, он как бы используется лишь для сохранения имени и фигуры.
Оба метода у плеера лишь достают его имя и его фигуру. Тут даже нету методов, которые могут изменить имя и фигуру. Иными словами, плеер — это моделька, которая описывает какую-то сущность с точки зрения данных. В то же время, если вы посмотрите сейчас на гейм, гейм немножко другой класс, потому что гейм, помимо того, что сохраняет некоторые вещи, как, например, массив плееров, то есть он хранит в себе модель, помимо этого, он имеет методы, которые что-то меняют. Ну, например, метод move, который изменяет состояние доски. Иными словами, метод game — это метод, который делает некоторые изменения внутри модели. Ну, например, он будет делать изменения внутри модели, части модели под названием board. У него будет доска. Сама по себе доска — это часть модели, которая просто сохраняет какие-то данные. А вот гейм будет делать в ней изменения. Он будет ходить на этой доске, он будет расставлять плееров, еще чего-нибудь. В данном случае даже видно, что у нас есть метод move, который явно будет делать какие-то действия. Соответственно, класс, который отвечает за действия над моделью, мы будем называть контроллером. Соответственно, у нас вырисовалось два класса. У нас есть класс игрока и класс контроллера. И тут зарисовывается большущая проблема в нашем текущем контроллере. Это класс, который выполняет действия. У нас уже есть модель, которая хранит данные. У нас уже есть класс, который выполняет над моделью действия. Теперь нам надо это как-то презентовать пользователю. Понятное дело, что UI может быть совершенно разный. Это может быть андроидовская аппликуха, это может быть виндовская, маковская аппликуха, в общем, десктопная или вообще веб-сервис, или REST-сервис, чего-нибудь в клауде. Но они все должны иметь возможность использовать эту модель и этот контроллер. И здесь мы немножко нарушаем эту вещь, нарушаем вот эту концепцию, потому что часть view, часть репрезентативной части, которая должна делать UI, у нас находится внутри класса game. У нас есть метод showGameName. showGameName выводит на экран. Да, это консоль, но тем не менее, на экран имя игры. Соответственно, это уже часть UI. Хотите или нет, но если вы что-то печатаете в консоль, и это что-то не дебаг информация, которая используется для того, чтобы производить дебаг или отладку вашей программы, то это часть UI. Соответственно, наш класс, который выполняет некоторые действия над игрой, в данном месте еще и содержит часть UI, что абсолютно неправильно, потому что если я захочу поменять UI, что мне делать? Весь класс game переписывать? На черта андроидовской аппликухи copy-paste метода move. Если метод move будет одинаковый на всех платформах, UI будет отличаться, но логика нашей игры должна оставаться той же. Надеюсь, убедил, что это плохой decision, поэтому давайте мы заэкстрактим это дело и сделаем наше первое view. Наша view будет game консоль, само собой консоль, потому что это CLI, это будет консольный view. Она будет содержать одно поле game и всего лишь два метода: showGameName и showPlayersName. Не больше. Окей, давайте так и сделаем быстренько с вами. Во-первых, для того, чтобы избавиться от вот этой огромной-огромной каши, которая уже образовалась, я поубиваю лишние классы. Вот эти классы использовались в прошлом занятии, они уже нам не пригодятся. У нас есть player, у нас есть main, board, game. Пока, чтобы все хорошо, давайте сделаем package, которым будет модель. Давайте сделаем package, которым будет контроллер. И давайте сделаем пакет, которым будет UI. View. Board и game — это часть модели. Они только содержат данные. Давайте проверим. Board. Мы удалили фиджу, с этим придется что-то сделать. Пока что мы это все просто закомментарим. Board — это часть модели. Она ничего не должна содержать. Идет модель. Дальше. Game. Точно так же, это модель. Никаких изменений. Оу, game, прошу прощения. Вот, я вас уже хотел обдурить. Видите, начал вам втюхивать, что game — это модель. Player. Вот это модель. Никаких методов, которые что-то меняют, здесь нет. Кстати, IDE показывает, что feature здесь нигде не вызывается. Мы-то ее создали, а метод, который бы ее достал, нет. Окей. У нас есть два метода, которые делают read. Но никаких write-ов или изменений здесь делать невозможно. Модель.
Окей, дальше. Наша непосредственная игра, в которой есть мув, и которая будет менять много-много разных вещей на борде. Борда, конечно, здесь пока еще нет, но будет. Это у нас часть контроллера. Но в этой части контроллера есть print game name, который мы, собственно, сейчас и вынесем. Для этого мы сделаем первое view. Назовем мы его console-view. Наша консоль View будет иметь одно поле Game. Нам необходимо заимпортировать класс, поскольку мы уже занимаемся с вами созданием разных пакеджей. Окей. Мы создали конструктор, теперь давайте освежимся, какие методы там должны быть. Метод showGameName. Public void showGameName. Ну, неплохо бы было, чтобы наш контроллер каким-то образом мог возвращать саму игру. У нас тут есть вот static field. Давайте вместо printGameName сделаем чего-нибудь вроде как get. И сделаем return. GameName. Окей, вернемся обратно и сделаем вывод на экран. GetGameName. Окей, в нашем консоль view наконец-то появился первый метод UI. Второй метод UI showPlayersName. Давайте его заимплементим точно так же. showPlayersName. Game. Вот, у нас здесь нету метода, который бы возвращал всех плееров. Давайте сделаем. Окей. Get player's name. И давайте прямо вот так вот на экран это сейчас и выведем. Окей. С этим вроде бы разобрались. UI-ную часть сделали. Хотя она требует еще определенных изменений и доработок. Это костяк. Мы медленно будем развивать костяк. И точно так же, как сегодня мы обсудили, что было плохо в прошлой имплементации, мы с вами постепенно будем говорить, что ужасно в этой имплементации. Но если кто будет присылать пуш-реквесты с изменениями и предложением оптимизации ранее, чем мы поговорим, флаг вам в руки, я эти пуш-реквесты, скорее всего, приму и вам скажу, какой вы молодец. Окей. Сделали мы с вами вашу вьюху, вашу нашу, теперь она, по идее, работает, и мы даже взяли и перенесли туда метод. Давайте теперь сделаем вьюху 2.0. Что я подразумеваю под вьюхой 2.0? Допустим, пришел к вам супер-пупер начальник и сказал: хочу новую вьюху, хочу новый UI. Мы делаем новые крестики-нолики, они будут называться крестики-нолики 2.0. Теперь они будут в 3D, с 3D-очками и так далее. При этом эта фича должна включаться только тем юзерам, которые нам проплатили и занесли немножко денежек. Ну окей, сказали вы, не проблема. Мы это все сделаем новую вьюху. Само собой, нужно и старую поддерживать вьюху, нужно и новую вьюху. Мы уже все сделали очень красиво, у нас контроллер и модул может быть reusable. Мы просто делаем новую вьюху, чтобы отображать новый интерфейс. В данном случае давайте рассмотрим такой пример. Я хочу в game name выводить звездочки перед и после строки самой именем игры. Ну, то есть 3 звездочки, XO, 3 звездочки. В данном случае просто вводит XO. Отлично, как быть? Ну, можно пойти в лоб и сделать 2 консоль вьюхи. Это просто замечательно. Но за такое вам бы руки поворачивали, потому что вы копипастите 2 метода. ShowGameName, ShowPlayersNameGame. В общем, куча ереси, которую вы копипастите здесь. Окей, ну давайте начнем с того, что и скопипастим. Для того, чтобы понять, чем же лучше старое, давайте сделаем Advanced Console View. Это Advanced, прошу прощения, консоль View. Она будет Advanced в
том плане, что будет вводить супер-пупер новое имя на экран. Так, ну, во-первых, конструктор должен быть с тем же именем. Выводить оно будет, как мы уже говорили, звездочки. И звездочки. Так, перед тем, как продолжим, я хочу и эту часть заоптимизить, потому что сразу же скажу, что здесь плохого. Ну, например, строчки 17 и 19 повторяются. Почему бы не сделать метод, назовем его printLine, который выводит на экран линию, одну линию. И вызвать этот printLine дважды. Окей. Окей, у нас есть две вьюхи. Есть у нас две вьюхи, это все замечательно. Давайте, может, таки вызовем какую-нибудь из вьюх. Все это в топку. И сейчас сделаем... Давайте начнем с Advanced. Advanced Console View. Окей. При создании туда надо передать game. Окей. Давайте создадим игру. И сюда при создании ее впихнем. Теперь я хочу сделать какой-нибудь метод, static метод, который будет этот UI запускать. Необходимо все-таки выполнить некоторые процедуры для запуска. Он будет принимать Advanced Console View, Advanced Console View, и будет все, что делать, это, ну, в данном случае вводить game name, и все. Больше ничего. Ну и давайте start game. Скажу start game, advance, console view. Ну и запустим, посмотрим, что из этого выйдет. Пока она запускается, давайте посмотрим на метод start game, на нашу строчку 17. Уныние решения, которое мы только что сделали, в том, что у нас есть два класса с одними и тем же методами, но я вот в start game уже не могу впихнуть view, console view. Давайте, кстати, создадим обычный консоль view. Обычный консоль view. Конечно же, заимпортим. Создал консоль view. И я не могу консоль view запихнуть в start game. Потому что консоль view совершенно другой тип. Не такой, как advanced консоль view. Метод... Методы у двух консоль view одинаковые, но я не могу использовать один тип в том месте, где использую второй тип. Это очень печально. Само собой, те, кто помнят прошлые лекции, могут сказать: а давайте, мы не такие крутые, мы уже знаем, что такое наследование, давайте сделаем наследование. Я возьму и наследую на advanced консоль view от консоль view. И наследование — это замечательно, это просто шикарно. Давайте уберем нашу вот эту вот логику. И унаследуемся. Скажем, что мы экстендимся от консоль view. Нам придется немножко магии здесь сделать. Окей, унаследовались. Это, конечно, замечательно. Я бы досказал, что это очень-очень шикарно. Но у нас теперь методы, которые были в консоль view, game console view, они все перелезли в advanced game console view. И у нас есть старый метод. У нас show game name, он заэкстендился от базового класса. И наш advanced console view стал показывать... обычный старый унылый show game name, без всяких звездочек перед или звездочек после. Да, мы можем передать консоль view без проблем в наш start game. Start game уже вот так вот. Start game уже научился работать с обоими. Он может работать с advanced console view, он может быть работать с просто консоль view. Но метод у обоих старый. Нам бы хотелось какую-то такую особую магию, чтобы мы могли заэкстендиться от game console view,
оставить все методы Game Console View на какой-то один, взять и переопределить, сказать, окей, я хочу иметь все методы, которые имеет Game Console View, но один из методов я хочу переопределить по-своему. Я хочу его заимплементить еще раз, я хочу перезаписать. Мне не нравится то, как он сделан в Console View, я хочу его переделать в Advanced Console View. И это возможно. Для того, чтобы это сделать, необходимо воспользоваться тем, что и называется override. Как происходит override? Вы создаете метод, который имеет идентичный интерфейс, точнее сказать, сигнатуру. Сигнатура метода showGameName — это имя метода, что передается в метод exception. Что такое exception, мы пока не знаем. Окей. Практически все, за одним исключением. Я немножко поменяю тут магию. И все заработает. Заработало. Почти переопределили. Давайте сейчас сделаем одну строчку, потому что иначе придется рефакторить, так как рефакторили в прошлый раз. И давайте теперь в мейне передадим в Start Game Advanced Console View и запустим. Вуаля, на экране звездочка, 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 XO. Обратите ваше внимание, в этот метод передается ссылка Console View, но метод вызывается у объекта Advanced Console View, потому что сюда мы передаем объект Advanced Console View. Как это происходит? Вот как это происходит, давайте немножко более детально рассмотрим. Вот то, что у нас было. У нас справа вот это уныние маленькое, это фреймы. У нас метод frame, потом мы создавали фрейм следующего метода, куда передавали gameView. В данный момент времени, когда мы вызываем этот второй метод, у него есть референс в оперативной памяти на вот этот класс. Зелененьким выделен объект в оперативной памяти. В оперативной памяти у нас лежит объект Advanced Console View, который унаследован от обычного Console View и у которого переопределен метод showGameName. Что происходит в этом случае? Как я уже сказал, зелененьким выделен объект в оперативной памяти, а красненьким сейчас выделена видимость методов, которые видит reference. Ссылка имеет тип обычного console view. Соответственно, ссылка не знает о том, что у этого объекта могут быть некоторые еще дополнительные методы. Но используя эту ссылку, можно вызвать любой метод самого базового класса GameConsoleView. Вот сейчас перед вами красненьким выделен тип ссылки, зелененьким выделен реальный объект в оперативной памяти. Когда мы с вами вызываем метод, ну, например, showPlayersName, как происходит вызов? Java, как обычно, пойдет в оперативную память по нашей красненькой стрелочке. В оперативной памяти она попробует найти этот метод сначала у самого нижнего класса. Java пойдет и поищет этот метод, в данном случае у Advanced Game Console View. Там она этого метода не найдет, там его нету. И она пойдет на одну ступеньку вверх. В данном случае Java доберется до базового класса и найдет там нужный метод, который вызвать. ShowPlayersName там окажется и вызовет этот метод. В результате будет вызван метод, который описан внутри класса GameConsoleView. Теперь давайте рассмотрим второй пример. Что происходит, если кто-то написал showGameName? Точно так же, тот же самый набор правил действует для любых методов. Java идет к самому нижнему классу. В данном случае это Advanced Game Console View, и находит там метод. Как только Java нашла метод на каком-то элементе у цепочки, в данном случае первый элемент, который она проанализировала, она там и нашла этот метод, происходит моментальный вызов этого метода. Java уже не поднимается к верхнему методу и полностью игнорирует метод у оригинального класса, потому что она нашла переопределение этого метода у child. Окей. Теперь давайте немножко посмотрим на практике. У нас есть Advanced Console View.
мы уже сказали, что сигнатура метода должна быть точно такая же, как оригинальный метод из ConsoleView. ShowGameName, сигнатура здесь точно такая же. Но как нетрудно догадаться, можно случайно сделать typo, и из-за опечатки все полетит в трам-тарары, потому что эти два метода только что стали абсолютно разными методами. Когда Java будет в оперативной памяти искать нужный метод, Java опустится до самого нижнего класса сюда, не найдет здесь showGameName, в самом деле, потому что здесь showGameNames, это совершенно другое имя, пойдет вверх и вызовет метод ConsoleView, showGameName. Обычный старый ConsoleView. Давайте, собственно, так и сделаем. Запустим. И посмотрим. Окей, как вы видите, никаких звездочек нет. Такие ошибки были довольно-таки распространены до Java версии 5.0. Когда появилась Java, в ней с самого начала было наследование, но в ней не было оверрайда. Да-да-да, не было такой вещи, как аннотации. Когда появилась Java 5.0, она ввела такую вещь, как аннотация. Аннотация — это возможность написать некоторую метаинформацию, которая сообщает какие-то дополнительные данные о том, как вы хотите использовать метод, для чего и что вы делаете. В данном случае, если вы оверрайдите метод, необходимо использовать нотацию override. Данная аннотация говорит, что вы оверрайдите метод. Соответственно, если метод не оверрайдится, в данном случае у меня type, у меня лишний характер, и этот метод не оверрайдит никакой метод у верхнего класса. Если этот метод ничего не оверрайдит, эта аннотация выдает compile level error. Соответственно, этот класс просто не скомпилируется. Таким образом, вы обезопасиваете себя от подобных ошибок. Как только вы поставили override, вы можете быть спокойны, что если оно компилируется, значит override происходит. Давайте я в самом деле исправлю этот символ. Override нет. Окей, это отлично. Теперь можно скомпилировать. Соответственно, вообще вопрос, который может созреть у вас. Почему, если override такой полезный, его надо использовать каждый раз, как вы override'ите, а его, да, надо использовать, очень рекомендуется. Почему бы не сделать его mandatory, чтобы вы были вынуждены его ставить в случае override? То есть вот, когда я его уберу вот так вот, почему бы не сделать сейчас compile level error до тех пор, пока я явно не поставлю override? Это бы защитило от вторых ошибок. Под вторыми ошибками я подразумеваю какие? Ну, например, я сделал этот метод, и я по какой-то причине не увидел, что у класса, у которого extendUse, есть метод с таким же именем. И я случайно прооверайдил. Соответственно, почему бы не сделать ошибку компиляции, если я override метод, но не поставил аннотацию override? Это было бы на самом деле круто, это было бы на самом деле очень-очень правильно, но единственная причина, почему этого не происходит, потому что Java и создатели поклоняются священной корове backcompatibility. И они никогда от этой священной коровы не отойдут, ну как, они, конечно, отходят в мелочах, и возможно в Java 9 они такие отойдут, но пока что они на это молятся и забивать не хотят. Поскольку аннотации появились только в пятой Java, это значит, что существует огромнейшая куча legacy кода, в которых этих аннотаций нет, просто потому что оно писалось очень давно. Соответственно, если вы для оверрайденных методов зафорсите ставить аннотацию override, то весь этот старый хлам, где override сделан без аннотации, перестанет компилироваться, что полностью поломает обратную совместимость. В общем, все это хозяйство нежелательно для Oracle, и они это не делают. Вот, но для любого оверрайда используйте аннотации. Но у меня все. Это была вводная часть оверрайда. Это является такой небольшой частью, дальнейшей частью темы наследования. Ну и это последняя часть модуля, где мы более-менее поговорили о методах, разных уровнях и, наконец, об оверрайдах методов. Мы еще не затронули тему хайдов, но об этом уже в другой раз. Ну все, с вами был я, папа-папа, до новых встреч!